И всем привет, ребята! А вы смотрите канал Бумажная страничка, и это мое новое видео с вашей любимой распаковкой бумажных коллекций. Ну и, конечно же, как обещала, передаю большой-большой приветик вот этим людям. Всем приветик! Ну а кодовым был в прошлом видео смайлик-кокосик, ну а в этом видео будет вот этот смайлик. Так что, если вы хотите, чтобы я для вас передала вот таким образом приветик, то пишите вот этот смайлик. И я безумно рада снимать снова для вас распаковку бумажных коллекций. И, конечно же, я для вас подготовила новиночку. Я думаю, ее нетрудно заметить. Вот она. Итак, ну а эта коллекция у нас называется «Эту обувь знают все». Ну а теперь давайте рассмотрим нашу коллекцию поближе. Первый пакетик у нас большой, фигурный, в виде коробочки с форсами. А далее у нас идут вот такие длинные пакетики. Кстати, такого формата у нас никогда еще не было. И на этих пакетиках у нас изображена разная обувь, в основном кроссовочки. Ну, вот такой у нас первый пакетик. Здесь у нас изображены вот такие кроссы Air 2022. Эту обувь знают все. А на втором пакетике у нас вот такие кроссы. Я думаю, вы обязательно где-то их видели, потому что я помню время, когда они были абсолютно везде. А это у нас вансы. Снова Air. И вот такие вот шлепанцы. Я не знаю, видели вы где-нибудь их, но я их видела абсолютно везде. Помню, была на них мода. И далее в другом формате у нас конверсы. Но со всеми остальными коллекциями я вас уже давно познакомила, поэтому переходим выбирать пакетики. Ну а первая коллекция у нас татуировки. Здесь у нас осталось вот такие вот три пакетика. Давайте выберем. В общем-то, я выбрала вот этот пакетик из коллекции. Конечно, без фейлов никак не обойтись. Выбираем. Далее у нас коллекция купальники Shein. Давайте выберем вот этот пакетик. Остался только верх. Коллекция духи. Тоже остается три пакетика. И давайте выберем Sweet Girl. Why? Почему? А далее мы закончим коллекцию мейкап. Коллекция приколыши. Я вам предлагаю закончить всю эту коллекцию. Я думаю, вы рады. Будем больше распаковывать. Коллекция подарки на мое ДР. Остается два пакетика. И я хочу выбрать вот такой вот желтый. Здесь такая ленточка в горошек. И, конечно же, коллекция с прошлого видео, дизайны чехла на телефон. Выбираем какой-то пакетик. Кстати, кто еще не смотрел прошлое видео, посмотрите. Это у нас пакетики наклейки. И давайте выберем вот такой вот пакетик. Такая клеточка. Ну и, конечно, наша новая коллекция. Я думаю, первый пакетик мы оставим. А будем выбирать отсюда. И я хочу выбрать пакетик... Давайте выберем вот этот пакетик с конверсами. И вы только посмотрите, сколько пакетиков у нас на распаковочку и как это ярко. Погнали. И вот наш старый каталог. Сейчас я отложу коллекции за него. И вот столько коллекций у нас в старый каталог. И вот столько коллекций в новый. Ну и давайте сегодня вот такой у нас с тактикой. Первая коллекция у нас это... Татуировки. Открываем нашу первую страничку. Я все-таки надеюсь, что нам что-то попадется на нее. Наш пакетик. И открываем. И вот такая татуировочка нам попалась. Это ангелочек, который спит на облачках. И я не угадала, он у нас под номером 11, а значит, это последняя страничка вот тут вот. А далее я хочу открыть коллекцию духи. Вот она. Наш пакетик с вот такой вот гел. И здесь у нас где-то была насечка. Вот она. И сегодня нам попадаются вот такие популярные духи Moschino. В виде такого медведя. Они, кстати, очень классные и очень классно пахнут. И они у нас под номером 1. Это у нас вот тут вот.
вот что у нас получилось. По-моему, очень прикольно выглядит. А далее давайте перейдем на коллекцию. Тикс. Да, давайте закончим коллекцию мейкап. И вот наш пакетик с вот таким вот макияжиком. Первая страничка у нас выглядит вот так. Такая она вся яркая, красивая. И, кстати, кто заметил, что на этом макияжике вот такая бабочка, а на моем новом каталоге точно такая же. И нам осталось собрать номер 5. Давайте откроем. И нам попался очень необычный макияж, такой зеленый. Очень прикольный, мне он нравится. И давайте его приклеим. И вот что у нас получилось. Вот такая теперь у нас яркая вторая страничка. А следующая коллекция у нас моё ДРМ. Давайте откроем пакетик. Немножко совсем порвали, ничего страшного. И нам попадаются вот такие две наклеечки. Это у нас вот такая сумочка с принтом коровки. И еще одна сумочка Louis Vuitton. Но вот это у нас сумочка под номером 1, то есть на первую страничку. И давайте отклеим. Но вот эта вот приколдесная классная сумочка у нас на номер 4, и мы закончим целую вторую страничку. Отклеиваем. И приклеиваем на свое место. Вот что у нас получилось. Ну и последняя коллекшн в этом каталоге — это приколыши. И первый у нас пакетик. Мне он очень нравится. Это бананза. Бананза. Открываем. И смотрим. Ну и, конечно же, я повторила ошибку прошлого видео, если вы помните, что там случилось. Теперь снова придется его чинить. Мы ему оторвали ноги. Ну, а его мы должны приклеить на номер 19. Кстати, его зовут Ричик. И давайте Ричика чинить. И нам попалась планета Земля, глобус, под номером 8. Это у нас вискас, под номером 3. Вот такой персонаж, девочка. Это Пинки, под номером 9. Вот такой у нас космонавт. Это Бро и Гро, под номером 21. Здесь у нас авокадо. Авокадош, под номером 12. Ну вот и все, мы закончили целую коллекцию. Я так и не поняла, как приклеивать глобус, поэтому приклеила, как мне понравилось. Вот такая у нас первая страничка, вторая и самая последняя, третья. Ну а теперь переходим к нашему новому каталогу. И вот наш новый каталог. И первая коллекция в нем это купальники Shein. Открываем. И здесь нам попадается вот такой офигенский купальник с вот такими бабочками. Мне он очень нравится, и он у нас под номером 3. Это у нас вторая страничка. Вот так вот.
вот так у нас это выглядит. А следующая коллекция у нас дизайны чехла на телефон. Открываем. И вот. Ну и вот такой вот дизайн у нас попался, вроде бы веселый, но в то же время грустный. И давайте сначала приклеим дизайн, а потом все вместе на номер 8. Вот что у нас получилось. А теперь, кстати, вот такой дизайн нам попадался в прошлом видео. И вот у нас номер 8. Вот сюда вот нужно приклеить. И наша огромная наклеечка. Ну а теперь наша новиночка и первая страничка в нашем каталоге. Это вот такая вот очень нежная 2022 обувь. Далее вот такая вот у нас мрачная черная страничка. Эти кроссы знают все. Третья страничка. И последняя вот такая вот. Ну а теперь наш пакетик. Открываем. И... сразу же нам попадаются вот такие вот кроссы. Это у нас форсы. И они у нас на номер 1. Вот сюда. Я не думала, что они нам сегодня попадутся. Ну ладно. Отклеиваем. И приклеим их на свое местечко. Вот так вот. Вот и все. Но если вам интересно, что же попадется у нас на следующих страничках, то обязательно смотрите мои следующие видео. Ну а на сегодня мы с вами открыли абсолютно все коллекции. Я постараюсь поскорее для вас выпустить новое видео. Буду стараться быстрее рисовать коллекцию. Но я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя новиночка. Я безумно старалась для вас рисовать ее, поэтому обязательно напишите комментарии, потому что на абсолютно каждый комментарий я отвечаю. И, конечно же, если вам не сложно, поддержите мои старания подписочкой и лайком. Я рада абсолютно каждой подписочке, и плюс мне будет очень приятно, я буду очень рада. Ну, а я всех люблю, и всем пока-пока, до новых встреч!